Двухэтажный кирпичный особняк, построенный в 1900 году, памятник архитектуры регионального значения. Изначально дом принадлежал томскому купцу. Ходят слухи, что в какой-то момент владелец исчез при невыясненных обстоятельствах. В 20-е годы здание занимала тюремная больница. Туда и любил наведываться белый полупрозрачный призрак, доводя арестантов своими выходками до побега. Являлся он, по слухам, и к последующим владельцам. По другим данным, дом принадлежал железнодорожному начальнику Жукову. Во время гражданской войны, когда в город вошла Красная армия, сын владельца, белый офицер, выбросился из окна. Остальные родственники успели спрятать клад из золотых монет и уехать из города. Во время реконструкции здания, в конце прошлого десятилетия, клад найден не был.